И в продолжение темы в целях обмена опытом и полезной информацией в сфере бизнеса создание нового сообщества современных предпринимателей в стенах Дома дружбы состоялся форум с участием предпринимателей Приуралья. Вступительной речью выступил президент Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана Кайрат Айдбай. Он отметил, что форум является отличной возможностью обменяться опытом, предложить свои идеи, наработать полезные контакты, получить информацию об ассоциации, полезные знания в области маркетинга, развития бизнеса и стать членами ассоциации. Тем более потенциал нашего региона, который граничит сразу с 5 областями России, весомый. Мы должны эту уникальную возможность использовать, потому что, оказывается, всего 150-200 километров для Самары, для России, да, и нам надо было бы побольше вопросов производства здесь казахстанского, потому что сейчас курс меняется, и если производство было бы у нас побольше, у Казахстана было бы побольше возможности продавать России сейчас. Это вот как раз-таки мы это толкнем. Надо, необходимо создавать производство, особенно для малого и среднего бизнеса, и особенно Западно-Казахстанской области. На сегодняшний день ассоциация ведет большую работу в сфере поддержки развития бизнеса, выявление проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, поиск путей их решения. Необходимо сделать акцент на помощь молодым предпринимателям, считают участники форума. Но та ассоциация предпринимателей АНК, которая сегодня действует, и мне, так скажем, очень приятно, что новые вектора развития этой деятельности будут сегодня озвучены и предпринимены с завтрашнего дня, они меня как молодого человека очень радуют, потому что у нас и в Ассамблее народа Казахстана большое количество молодых людей, которые хотят начать бизнес, которые уже в бизнесе, но тем не менее нужна поддержка. Я не скажу сейчас о финансовой, она в любом случае нужна всем, и крупному бизнесу, и мелкому бизнесу. Но как кризис-менеджер, оценивая ситуацию на рынке, она, конечно, информационная, она и юридическая, она и правовая нужна, и коммуникационная, как сегодня представитель здесь, и IT-сферы, и телекоммуникации присутствует. Я думаю, что это наш сегодняшний форум, он будет полезен для нас, для всех. В ходе бизнес-форума участники поучаствовали в оживленном диалоге. Кроме того, желающие смогли вступить в Ассоциацию предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана, чтобы стать частью большой команды бизнес-сообщества, цель которого – развитие экономического потенциала страны. Альбина Кумаргалиева, Алтынбек Танышкалиев, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.